Меры, которые вы будете предпринимать, это хорошо и, наверное, даже может быть интересно, но нужна конкретная дата, когда это все начнет уже функционировать. На повестке дня работа управляющей компании «Пик Комфорт», которая обслуживает дома в жилом комплексе «Одинцово-1». Обсудили жалобы жителей и отчет организации о проделанной работе. То, что касается отчета по работе, о результатах работы «Пик Комфорта», у нас в настоящее время по статистике обращений в работе общее количество 39 обращений, 34 было обращений отложенных, 5 в работе. Это говорит о том, что у нас снижается количество по категории добродела, соответственно, в ЕДС уже количество обращений отрабатывается больше по качеству. Я не скажу, что идеально все, но есть небольшая положительная динамика. Жителей беспокоит частое отключение электроэнергии, а из-за скачков напряжения отключается и горячая вода. Обсуждали с ресурсоснабжающими организациями, что не хватает вам мощности на территории, что нужно разделить нагрузку на несколько водов, чтобы с одного вода на другой вод при выходе из строя электроснабжение переключалось. Ресурсоснабжающие организации выполнили. Управляющая компания на домах также разделила на несколько водов. По словам директора Центра управления регионом, своевременная отработка обращений жителей Одинцова-1 – одна из приоритетных задач. Работа с ними будет продолжена. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».